Сегодня вам покажу, что делать, если у вас подняло краску. Вот это крыло было в ремонте. До этого его чем-то покрасили, не знаю, не буду говорить чем. И когда мы начали его грунтовать, у нас вот тут вот спучило всю краску. Для того, чтобы это ликвидировать, нужно зачистить те места, которые у вас подняло. После чего вы берете 240-й шкурочкой, мы зачистили. Если у нас получились еще неровности, мы обработали это, наложили вот такой вот финишный шпаклевки. Слой сделали, почистили его и дали хорошо высохнуть. После чего мы сверху наваливаем грунт. В данном случае мы просушиваем у печечки. Печка у нас тут такая термоядерная. Но можно это делать, если крыло не снято, можно и делать это феном. Ну, феном не как женский, а строительным феном для снятия краски. Ну, быть тоже аккуратно, не перекаливать, чтобы краска у вас не слезла. Для чего мы просушиваем между слоями так сильно? Потому что растворитель, у него такая структура, что он еще может разъесть все равно дальше, так как краска свежая. Если слои просушивать, то такого не получается. Ну, вот в принципе-то и все. Заходите на канал. В канале увидите папочку видеоуроки, там все подробно описано. Если возникают какие-то вопросы, вот, типа поднятие краски, еще что-то не получается, задавайте вопросы, я отвечу. Сейчас 14 часов.